обитает в долинах горных рек, рядом с незамерзающими в зимнее время участками водоема. Моя задача была дойти до переката, на котором рыбачила пара рыбных филин. Из-за глубокого снега в тайге приходилось перемещаться прямо по руслу реки. Температура отрицательная, используется газовый обогреватель, горячий чай. Наблюдение за филином ведется с помощью внешней видеокамеры и внутреннего монитора. Это позволяет, не беспокоя птицу, наблюдать за ее поведением. Нами были выставлены диодные лампы, которые позволяют в условиях полной ночи проводить автофокусировку и радиоуправляемые вспышки. Если вы слышите, уже прилетел рыбный филин, и мы сейчас начинаем съемку. В феврале у рыбных филинов начинается период брачных игр и ухаживания. Я наблюдал, как самец ловил рыбу и кормил самку. Так он должен был доказать, что сможет прокормить ее во время высиживания яиц. Зимний отрезок моей экспедиции завершился. 2 недели съемок в условиях суровой зимы стали для меня серьезным испытанием. Радость от увиденного переполняла меня. Полученный материал позволит орнитологам продолжить исследование филина и проводить работу по сохранению этого вида. Я надеялся, что брачный период закончится кладкой яиц, и весной нашей паре удастся произвести на свет птенца. Вернувшись в этот район пойменного леса весной, я был рад увидеть птенца рыбного филина в гнезде. Родителям удалось не только пережить суровую зиму, но и принести потомство. Они охраняют гнездо, располагаясь высоко на ветвях соседних деревьев. Самка и самец по очереди ловят рыбу на реке и приносят ее птенцу в гнездо несколько раз за ночь. Однажды утром, выглянув из своего скрадка, я увидел то, что гнездо было пустым. Птенец пропал. Я не знал, что делать. То ли он выпал из гнезда и погиб, то ли стал жертвой какого-то хищника. К счастью, произошло то, что и должно было произойти. Птенец подрос, оперился и вылетел из гнезда. Хочется верить, что жизнь у него и его родителей сложится хорошо, что у него все будет в порядке. Его будущее, как будущее всех жителей приморских лесов, зависит от того, будет ли продолжаться вырубка леса, установка капканов и ловля рыбы сетями. Его будущее зависит от нас, людей. Такое кино.